Всем привет! Сегодня мы приготовим сердечки на углях. Итак, поехали! Но для начала добываем огонь. Рецепт довольно прост. Берем наши куриные сердечки, добавляем соевый соус, соль, приправки, острый соус. Чесночок. Так, угли наши прогорели. Сердечки мы уже насадили. Осталось жарить. 2 минуты обжарили с одной стороны. Берем наш соус, который остался. И мажем. Также делаем с другой же стороны. Прошло 15 минут, наши сердечки готовы, осталось только пробовать. Получились нежные, очень вкусные, с остринкой. Отлично подойдет под пиво. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!